Здрасте, меня зовут Алексей Герман. Я, собственно говоря, участвую в этом проекте, потому что мне кажется, что мы живем в страшную эпоху, мы живем в эпоху предвоенную, на самом деле, уже военную. Мы расколоты, и мне кажется, что в такие тяжелые моменты самыми важными понятиями должны являться милосердие и справедливость. И не милосердно, когда гибнут дети и старики на Донбассе. Несправедливо, когда убивают Олеся Бузину. И также несправедливо, мне кажется, возможное осуждение режиссера Олега Сенцова. Я с ним не знаком. Я видел его только по телевизору или в интернете, но он, мне кажется, человеком хорошим и человеком светлым. И я не верю, что он хотел совершить какие-то теракты. И поэтому мне кажется, что было бы здорово, если бы у человека не оказалась поломанная и уничтоженная судьба. И еще раз возвращаясь к тому, что я говорил о справедливости и милосердии, мне кажется, что с обоих сторон конфликта этого сейчас, к сожалению, очень мало. Спасибо.